Безответственно отнесся к природе владелец нелегального нефтезавода в Куйтунском районе. Мужчина нанес ущерб сельхозугодьям на 2 миллиона рублей. Из-за строительства предприятия был нарушен плодородный слой почвы на площади более 1000 квадратных метров, а часть территории загрязнена нефтепродуктами. Это выяснилось в ходе ревизии, которую провели специалисты Братской природоохранной прокуратуры. Также стало известно, что владелец самовольно занял земли сельхозназначения и построил на них завод. В суд был направлен иск, ущерб уже взыскали, а материалы проверки передали в полицию. Возбуждено уголовное дело.